День Республики стал праздником, который объединяет нацию и заряжает ее на новые достижения. Об этом на торжественном собрании в Центральном аппарате партии «Аманат» заявил Ерлан Кушанов. Он поздравил присутствующих. В этом году партия выдвинула на награждение государственными и партийными наградами ряд педагогов, врачей, шахтеров, нефтяников, аграриев и представителей других профессий. На состоявшемся в Улытау национальном курултае глава государства предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Тем самым была восстановлена историческая справедливость, ведь именно в этот день была принята декларация о государственном суверенитете, заложившая начало независимого Казахстана.